Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я, ее ведущая, Любовь Почерникова. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи завершился. Участниками этого масштабного события стали и жители нашего региона. Каким для них был этот фестиваль? Смотрите в рубрике «Главная тема». К вопросу, что подарить участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, ученики гимназии номер 23 подошли творчески. Решили сделать открытки, которые гости увезут с собой на память о нашей стране в различные уголки мира. На открытках воспитанников ДЮЦа номер 1 и Центра детского творчества номер 4, которые также решили сделать своими руками подарки, невесты, ситцевые огурцы и резные наличники. Ученики школы номер 7 города Кохмы изобразили редких животных региона. Также популярной темой для рисунков была лайки, российский триколор и матрешки. Матрешка – это символ нашей страны. Это очень древняя игрушка, она имеет красочный вид, и ей пользуются очень много времени. Нарисованные ивановскими детьми открытки участники фестиваля восприняли на ура и обещали прислать ответы по почте. Горячий вам всем привет из Греции. Ребята, спасибо вам за такие красивые открытки. Удачи вам, творческих и профессиональных успехов в будущем. Я очень рада, что вы живете в городе, в котором я родилась. Будьте, пожалуйста, гражданами достойны своего города и своей страны. И главное, хорошими людьми. Я вас поздравляю с этим праздником и желаю, чтобы, когда вы подрастете, вы стали участником такого же фестиваля. Спасибо большое за открытку. Предлагаю вам, пока вы ждете ответ, послушать маленький музыкальный привет. Программа фестиваля в Сочи была очень насыщенной, и каждый мог выбрать занятие по душе. Например, поучаствовать в проекте «Глина без границ» и оставить память о своем родном городе. Так на Большом Глиняном острове появились Лежневская колокольня, подкова – символ города Кохмы, и Ивановский ситцевый огурец. Самое прекрасное в этом, что совершенно не обязательно обладать знаниями иностранных языков, потому что мы начинаем здесь со всеми людьми разговаривать руками, показывая, что из этого материала можно делать, на что он способен, как он может вообще отозваться и раскрыться перед тобой. И самое, что удивительное, у всех вот нет ни одного человека, который бы вот помял бы глину, положил ее, встал и ушел. Безрезультатно. Кстати, другому эксперту этого проекта, дизайнеру Глебу Витилю, досталась в подарок кукла-оберег, сделанная ивановской мастерицей Ольгой Сорокиной. А на стенде, презентующем Ивановскую область, можно было понаблюдать за кропотливым трудом художницы, делающей палехскую роспись. Этот крайне сложный вид творчества, безусловно, вызывал восхищение участников фестиваля, многие из которых этот процесс видели впервые. А еще ивановские ребята оказались в числе участников мюзикла, посвященного фестивалю. Всего за несколько дней репетиции им удалось подготовить незабываемое шоу. В его основе история трех поколений, нашедших свою любовь на фестивале молодежи. Все мы полюбили это дело. У нас был первый день в открытии, я не был на открытии. У нас был кастинг 800 человек интернациональных. По одной минуте, они каждый скажут, по одной минуте на человека. И осталось где-то около 200-150. От Ивановской области кастинг прошли 4 человека. А в итоге на сцену вышли трое – Иван Прик, Кирилл Виноградов и Игорь Баранов. Я и Игорь участвовали в мюзикле в роли парней всей земли. Вышли на сцену как истинные пионеры в красных галстучках. Это был очень мощный номер, нас зал очень поддержал, потому что 12 парней, танцующих на сцену и поющих эту песню, это было очень здорово. Я не жалею ни о чем. Я не жалею о том, что у меня нет многочисленного количества значков, которые раздавали делегациям. Не жалею о том, что очень много времени и часов сна было потрачено на репетиции. И я не жалею о том, что все это случилось. Это было грандиозно, это было классно и все было круто. В финале мюзикла Кирилл Виноградов был удостоен чести вынести на сцену флаг Российской Федерации, от чего, конечно, переполняла гордость. Постановку «Ах, фестиваль» 3000-ная аудитория «Ледяного куба» поддержала горячо. Энергетика была просто сумасшедшая, мы чувствовали поддержку зрителей. Все прекрасно понимали, что мы репетировали этот спектакль со второго дня фестиваля, и вот буквально несколько дней мы смогли поставить
не просто один танец, да, не просто там одну какую-то вокальную композицию, а целое представление. По своей красоте и энергетике мюзикл «Ах-фестиваль» был сопоставим с церемонией закрытия, на которую, увы, попали не все представители делегаций. Спорткомплекс «Большой» не вместил всех участников и гостей фестиваля, которых, по последним подсчетам, оказалось порядка 30 тысяч из 188 стран мира. Есть в нашем календаре мистический праздник – Хэллоуин, и специально к нему мы сделали подборку историй о таинственных экспонатах и загадках ивановских музеев. Дмитрий Бурилин любил собирать необычные предметы. Были в его коллекции два стеклянных пузырька, которые он привез из Египта. На одном из них с черным содержимым было написано «Тьма египетская», на другом с белой краской «Молоко Девы Марии». Но если флакончики уничтожили еще в советское время, то другой удивительный экспонат – книга универсальной магии 17 века, представлена на обозрение в зале Европы и сегодня. Но это не издание о колдовстве или ритуальных обрядах, как может показаться. Автор Шот подразумевал под магией глубокое понимание внутренних законов развития природы. Ученый, который родился в начале 17 века, прожил до этого периода достаточно долгую жизнь, почти 60 лет, постоянно экспериментировал, у него несколько есть изданий по математике, по физике. И Шот писал, что познание, открытие человеком вот этих неизвестных тайн по сути и является своеобразной магией. Книга вышла в двух частях. Первый раздел посвящен различным опытам и экспериментам в оптике, второй – в акустике. Доскональным изучением книги пока никто не занимался, но и на первый взгляд понятно, что она содержит немало удивительных открытий. Любителям тайн и загадок стоит посетить музей Сица, где снова стала появляться дама в голубом. О ней вспомнили, как только вернулась из реставрации картина, на которой изображена купчиха из рода Небурчиловых, в голубом платье с шикарной шалью, на плечах за которую можно было купить полфабрики. Ее наследство оказалось у Дмитрия Бурилина, вероятно, он не так распорядился богатством. Вот и не может найти этот дух покоя. Первоначально этот призрак явился реставраторша, которая прибыла в наш музей Ивановского Сица из далекого Санкт-Петербурга. И когда эта женщина стояла на стремянке, она услышала позади себя шорох платья. В результате, после того, как она несколько обернулась, она увидела кусочек такой небольшой голубой материи, точности такой же, как считается материя на портрете. Большинство сотрудников музея с ней сталкивались. Слышали на лестнице стук каблуков и звуки, похожие на шорох платья. Еще одно таинственное место, которое без надобности не посещают сотрудники музея – подземный переход. Там обитает дух то ли египетской мумии, то ли молодой славянки, тело которой было помещено в колоду с медом. Был и такой экспонат у Дмитрия Бурилина. На этот раз в рубрике «Интервью» мы поговорим о тех интересных событиях, которые ждут ивановцев до конца этого года, и затронем немаловажную тему – кто же решает в нашем городе, каким арт-объектом быть, а каким нет. Сегодня у нас в гостях председатель городского комитета по культуре администрации города Сергей Иванович Фролов. Сергей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Не так давно у нас в гостях был глава города Владимир Николаевич Шарыпов, и мы с ним говорили про арт-объекты. Но многие вопросы он переадресовал к художественному совету, потому что он, да, этот художественный совет у нас решает, какие объекты устанавливать, какие нет. Вот расскажите нам, пожалуйста, потому что жителям очень интересно, кто же входит в этот художественный совет. Ну, художественный совет – это сокращенное название. Вообще называется полностью он консультативный совет по дизайну городской среды, художественному оформлению города и сохранению объектов культурного наследия. Сокращенный художественный совет. Это действительно такая серьезная общность на общественных началах, в которой работают представители очень разных отраслей, и культуры, и искусства, и архитектуры, и состоит из суперпрофессионалов, будем так говорить. Потому что кроме чиновников, которые обязаны быть в составе этого совета, а он межведомственный, тут у нас и управление градостроительства и архитектуры, и управление наружной рекламы, и комитет по культуре. То есть у нас есть в этом совете
главный архитектор города Наталья Вячеславовна Петрова. У нас представитель обязательного управления наружной рекламы. Но главные, конечно, это профессионалы. Я могу назвать даже пофамильно, поименно, потому что это будет, наверное, не зазорно. И понятно будет, так тоже все-таки у нас тут принимает решение. Ну, начну с председателя правления, если я правильно называю, нашего Ивановского отделения Союза художников России, Галина Анатольевна Воронова. Она у нас почетный работник культуры Ивановской области, представлена на звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. Художник, понятно, даже руководитель всей организации. У нас руководитель нашего Ивановской организации дизайнеров России Демьяненко Владимир Николаевич. Он вообще лауреат премии правительства Российской Федерации, один из авторов памятника погибшим ярославским хоккеистам в Ярославле. Многие, наверное, помнят его, этот памятник. У нас кандидат архитектуры Снитко Александр Владимирович в составе совета. У нас в составе совета член Союза художников и архитекторов Смирнов Анатолий Алексеевич, такой достаточно известный тоже художник. Он, кстати, был в качестве архитектора соавтор памятника Афанасьеву. Кроме них есть еще и архитекторы, и реставраторы, потому что тогда, когда нужно рассматривать вопросы, связанные с сохранением объектов культурного наследия, конечно, мы приглашаем уже полностью весь совет, и он рассматривает эти вещи. Люди разных взглядов. Я не буду называть фамилии, но один из членов совета считает, что вообще всю зелень нужно убрать и открыть архитектуру, потому что архитектура, она самодостаточна. Другой член совета говорит: «Боже упаси, как можно больше должно быть зелени». Вот, мне кажется, это вот один маленький пример. Мне кажется, вот даже на этом уже можно строить вот такую какую-то работу в поисках золотой середины. Конечно, этот совет, еще раз говорю, общественный, консультативный. Конечно, окончательное решение принимается управлением градостроительства и архитектуры. Оно может прислушаться, может не прислушаться. Последнее время, будем говорить, прислушивается. И глава города об этом то же самое говорит. И я думаю, что вот именно в этом направлении как раз и нужно действовать в той сфере, о которой мы с вами говорим. Дизайн городской среды – это очень, очень серьезная вещь. Решение никак принимается? Вы голосуете, как-то обсуждаете, как проходит процесс? Художественный совет рассматривает на своих заседаниях очень много вопросов. И подавляющее большинство – это реклама. Это вывески различных магазинов, это реклама на различных фасадах. Мы стараемся действовать достаточно жестко, потому что, что греха таить, реклама нас уже задавила. И нужно выходить из той ситуации, когда закрываются какие-то архитектурные детали на зданиях, и ивановцы ходят мимо, не видя того богатства, которым мы, в общем-то, располагаем, которым мы владеем. Обсуждаем обязательно. Если есть заявитель, то мы приглашаем и разъясняем наши позиции. Редко прибегаем к голосованию, но это тогда, когда уже прям вот совсем уже прям противоположные мнения. Но бывает и такое. Если говорить про арт-объекты, какие проекты отклонили, может быть, да? Вот я не буду говорить, какие отклонили. Пройдите пример, это же интересно. Это разные абсолютно авторы. Ну, в основном это молодежь. И мы выходили, вот члены художественного совета выходили на встречу с ними, с теми же самыми молодыми граффитчиками. В Немлофте встречались. То есть это граффити в основном, да, отклонили? Не только. Ну, граффити в основном. Дело в том, что это действительно нужно очень серьезный подход иметь. Потом мы отклоняли некоторые арт-объекты, которые располагаются, вернее,
предлагалось расположить на территории достопримечательного места. Есть такой объект культурного наследия, достопримечательное место. Ну, нельзя там ни стены граффити, так сказать, разрисовывать, ни какие-то там серьезные арт-объекты ставить, которые могли бы помешать общему восприятию этого достопримечательного места. Вот. А я думаю, что и в дальнейшем будут такие, которые мы не будем согласовывать. На ваш взгляд, как вам кажется, чего не хватает городу, каких объектов, может быть, памятников или еще? Да городу в первую очередь, конечно, не хватает обустроенности. Вот вы знаете, мы в последнее время все больше и больше занимаемся вопросами развития туризма. А как сейчас турист воспринимает объект? Вот этот вот туристический. Если раньше мы говорили, вот есть там какой-то старинный собор с куполами, значит, усадьба какая-то старинная, там в том же Ярославле, Владимире, там Суздале, то сейчас турист в основном приезжает индивидуальный, и он воспринимает этот объект как вот весь город. Для него это объект туризма. Поэтому фасады должны быть покрашены, благоустройство должно быть на высочайшем уровне. Обязательно должны быть предусмотрены парковки для тех же самых туристов, которые могли бы остановиться у того или иного объекта, его осмотреть. Вот это в первую очередь. Указатели еще, наверное, не хватает на объекты. Да, конечно. Ну, тут много можно рассказать. Конечно же, навигация должна быть, чтобы человек и пеший мог прочитать, где тут что рядом, и на автомобиле. А у нас вот сейчас уже разрабатывается достаточно много экскурсий, в основном пешие. Вот прямо начиная там с автомобильного вокзала, с железнодорожного вокзала, от гостиниц, почти от каждой. То есть это очень-очень интересные экскурсии, тем более, что, как говорят вот эксперты туризма, наверное, уже поднадоело смотреть на одни купола. Вот Золотое кольцо России. Это купола. Это красиво, это здорово, это бренд. Но не только они. В одном из выпусков нашей передачи мы рассказывали ребятам, которые тоже хотят внести свой вклад в оформление города, предложили остановки, да, общественного транспорта сделать красивее. Например, там, да, если это остановка Богдана Хмельницкого, портрет разместить, какую-то краткую информацию. Как вот такие детские проекты могут они найти отклик? Очень, очень хорошо, что дети обратили на это внимание и что занимаются этим делом. Это очень хорошо. Но в первую очередь, будь то остановочный павильон или стена сарая, я уж не говорю о здании, надо обязательно начинать с того, чтобы узнать, а кто вообще хозяин. И с владельцем согласовать сначала, а можно ли, а может и нельзя. И если это остановочный павильон, обслуживание проводит там, управление благоустройства, его подведомственные там, какие-то структуры. Надо с ними проговорить. А уже что конкретно, если вы получите такое разрешение, добро, а вот что конкретно, это уже надо на нашем художественном совете и посмотреть. У нас же были предложения даже вот у Немлофта, остановка, как она правильно называется, госпиталь, по-моему, вот каким-то образом ее оформить, и даже получил автор идеи грант, и, наверное, она будет оформлена кроками текстильного рисунка. Наверное, это было бы интересно. Что до конца этого года интересного ждет жителей нашего города? Какие, может быть, да, вот праздники запланированы? Расскажите нам о культурной жизни. Ну, первое, что я могу сказать, следите за рекламой. А второе? Второе, конечно, те наши уже традиционные, полюбившиеся ивановцам мероприятия, концерты, конкурсы, фестивали будут проходить. Вот 3 ноября, кстати, здесь, в этом музее, Ночь искусств будет проходить. И 25 ноября ночь в Центре культуры и отдыха. Я думаю, что это интересно всем. Почему? Потому что то учреждение культуры или искусства, которое они посещают обычно, приходит на какое-то конкретное дело, на концерт, там, на спектакль или там, на какую-то экскурсию, открывается совсем по-другому.
Потому что показывают закулисные какие-то помещения и дела, показывают те экспонаты, которые не входят в состав экспозиции, или вдруг, ну ладно, классическая музыка, если звучит здесь в музее, это понятно, а вот если рок-группа выступает, это же вообще любопытно. То есть я думаю, что вот такие события, они привлекут внимание. Спасибо большое вам за беседу, спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. Фонды ивановских музеев поистине велики, и многие экспонаты не так часто попадают на обозрение. Выставка в Ивановском художественном музее – это шанс долгожданной встречи экспоната с ценителями искусства. Один из них – лубочная картинка Натальи Гончаровой. Тезки и родственница жены Пушкина заслуживает особого внимания. После гражданской войны в Иваново-Вознесенский губернский музей поступили десятки произведений ведущих мастеров отечественного авангарда. Среди них оказался рисунок Натальи Гончаровой. Это самая дорогая в мире художница по итогам аукционных продаж. И ее картины занимают, конечно, самые лучшие места в собраниях музеев Европы, Америки и России. Сама она себя считала живописцем. Но на самом деле это художник многогранного дарования, она много занималась и театром, и в области женской моды работала, и декорировала богатые особняки, иллюстрировала книги, и являлась зачинательницей, как бы мы сейчас сказали, боди-арта, хотя в то время еще не существовало этого понятия. Художница имела кровное родство с женой Александра Пушкина. Она приходилась Наталье Николаевне Гончаровой, правнучатой племяннице. В обществе она выделялась не только своим талантом, но и внешностью. Она носила мужской костюм, кепку, мужские штаны, широкую рубашку. И это очень быстро вошло в моду среди женщин-художниц. Того времени ей подражали. Она участвовала в шествии раскрашенных, например. Это для Москвы это совершенно было такое шоковое событие, когда художники, среди них, кстати, был и художник, и поэт Владимир Маяковский, они вышли на улицы Москвы с раскрашенными лицами. Наталья Гончарова была уверена, что первооснова искусства лежит не на Западе, а на Востоке. В первую очередь это относилось и к русскому искусству. Она и ее спутник Михаил Ларионов стали идеологами такого направления, как примитивизм или неопримитивизм. В основе этого стиля лежал лубок, так называемая народная картинка, произведение графики, преимущественно печатной, которому свойственна простота и доступность образов. Лубок был известен повсеместно. Возник он в Китае в 13 веке. С развитием книгопечатания он появляется в Европе. А в 17 веке он проникает в Россию. Лубок здесь становится очень популярным, приобретает своеобразные черты и даже становится объектом коллекционирования. И одним из коллекционеров лубка был как раз Дмитрий Геннадьевич Бурылин. И он мечтал сформировать коллекцию, похожую на коллекцию известного собирателя лубков Дмитрия Александровича Равинского. Ну и это ему, можно сказать, удалось. В собрании художественного музея хранится более сотни лубочных листов и собрание Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Наталья Гончарова создавала и свои лубки. Один из них по мотивам стихотворения «Огородник» Николая Некрасова можно увидеть на выставке «Интервенция». Бедный молодой человек, влюбившись в дворянскую дочь, однажды пришел к ней под окна ее светелки, и там он был выслежен слугами, схвачен, жестоко избит и отправлен на каторгу. Композицию она построила так, как строится композиция житийной иконы. То есть она строится из 9 клейм. Клеймы – это маленькие сюжетные картинки, которые, собственно, составляют житие, да, того или иного святого. Долгое время огородник считался утраченным, но на самом деле хранился в Иванове. В среднике изображена цветущая яблоня. И вот мне во всем этом видится некий символический такой сакральный смысл. Это и отсыл к древу познания добра и зла. Да, как известно, Ева предлагала Адаму вкусить именно яблоко. Это и процветший крест, это и древо жизни. И если немного подальше отойти от этой работы и как бы не замечать вот этих, да, деталей, то по общей схеме получится, что композицию несколько напоминает распятие. Художница, как правило, не подписывала свои работы и редко их датировала. Огородник как раз относится к числу таких лубков.
На этом все. Очередной выпуск передачи «Культурный слой» ждите ровно через 2 недели. До новых встреч!